Одна из важных задач цеха снятия с эксплуатации – это вывод системы и оборудования из эксплуатации, а также демонтаж выведенного из эксплуатации оборудования внешнего по отношению к реакторной установке, которая не влияет на безопасность и не востребована для дальнейшей работы предприятия. С конца мая персонал цеха выполняет работы по демонтажу 5 выведенных из эксплуатации аккумуляторных баков возле пуска резервной котельной. 2 бака с объемом 2000 кубометров, еще 2 бака по 1000 кубометров и 1 бак на 400 кубометров. Демонтаж осуществляется с целью освобождения промплощадки ГСПЧС от оборудования, выведенного из эксплуатации, которое будет повторно использоваться для ремонта систем и оборудования, оставшегося в работе, а также в целях получения дополнительных средств от реализации ТМЦ, полученных при демонтаже. Работы ведут специалисты участка демонтажа оборудования. В демонтаже используются мобильные краны и подъемники.